Готовим ананас с соленой карамелью. Ананас чистим и нарезаем кольцами. Разогреваем гриль или, если вы готовите дома, то сковородку с толстым дном. В сковородку или в алюминиевую форму высыпаем полстакана сахара и ждем, когда он начнет плавиться. Также добавляем чайную ложку соли. После того, как сахар начал плавиться, досыпаем еще полстакана сахара. После того, как образуется жидкая сахарная масса, весь сахар растает, добавляем стакан жирных сливок. Затем карамель доводим на непрямом жаре, а на прямой жар выкладываем наши кусочки ананаса и обжариваем его. После того, как карамель начнет густеть, снимаем ее с гриля и дожариваем ананас. Далее выкладываем ананас в тарелки и поливаем карамелью. Украшаем веточкой свежей мяты. Приятного аппетита!